Рутин. Да, мсье Пуаяк. Хотел бы помочь вам провести интересные выходные. Вот небольшая сумма денег, разберитесь. Договорились. Главное, минимум половину оставь на потребности. Нужно организовать идеальные выходные. Всем это поможет. Жослин, капитан. Альбин, продавец. Никто не знаком. Кажется, мы готовим ограбление. Именно. Именно это мы и делаем. Привет, Франк. Я ваш капитан. Вы говорите, мой капитан. Верно? Верно. Здорово. Нужно оставаться изысканным. Ставка на моем положении, качество должно быть на высоте. Как мне надоели эти корки. Люблю маленькую коровку. Ты тысяча. Нужно выдавить от него правду. За каждый шлюз платить 50 евро. Он ее бьет. Кто он вообще? Что? Да, помалкивай уже. Ты действительно начинаешь раздражать со своей тупой ревностью. Жустин, прости, нам перепало довольно много неприятностей. Не позволю им кировать лодкой. Прямо интересно, когда они снова поверят в эту историю. С этим ужасным обедом и вином. Не собираюсь изображать того же типа на каждом шлюзе. Ты переоденешься. Каждый исполнит свою часть обязательств. Это все какой-то кошмар. Позвольте сказать мне это. Спасибо за приход, до скорого. Но зачем ты так орущ? Ведь двигатель управляешь ты.